Но вот наш Кришна очень-очень-очень добрый, очень добрый. Мы вообще не умеем общаться, вообще, от слова вообще, совсем никак. То есть то, что мы называем общением, наше тело и ум, они сотканы из эгоизма. Мы даже не представляем, насколько мы живем для себя. И вот Кришна, который вот, в духовной реальности, Шримати Радхарани, это все бескорыстная чистая преданность. И мы тут говорим, хотим общаться. Да кто ж ты такой? Ну что ты ж там все испортишь в духовном мире. А что нам делать? Тут недавно мне, ну, я живу у друзей, он программист. И, знаете, он на расхват. Он рассказал такую историю, такой пример про программистов, что они на расхват, когда они опытные, когда они там уже 10-15 лет делом своим занимаются, их они на расхват и большие деньги платят. Но когда ты только что отучился и пытаешься пойти на работу, тебе говорят, а у вас опыт есть? Мы только опытных берем. То есть те, у кого опыта нет, их просто никуда не берут. А где же я опыт-то наберу? Возьмите меня. Нет, нет, где-то в другом месте набираю опыт. Так вот, я к чему эти примеры рассказываю? Что Кришна очень чувствительный, но при этом он соглашается подставить свою голову под наши ножницы, чтобы мы его постригли. Представляете? В форме святого имени. Почему говорится, что в этой форме Господь более милостив, да, или самый милостив, в форме святого имени? Потому что тот же самый Господь, он отдает себе в руки тех, кто не умеет служить. И говорит, тренируйтесь, тренируйтесь на мне. Представляете? Вот этот пример с парикмахерской, да, что приходишь, тренируйтесь на мне. И вот Кришна говорит, тренируйтесь на мне. И воспевание святых имен – это служение Кришне. Хотя мы не квалифицированы служить Ему, но тем не менее Он позволяет, потому что это служение. А как мы тогда очистимся? Как мы тогда сможем быть квалифицированы? Да никак. Надо уже служить, как можем. Он говорит, служите, как можете. Хотите, ну, знаешь, если не хочу лекцию читать, это длинная будет уже история отдельная. Одним словом, вот Кришна такой. И когда он позволяет себе служить, то благодаря общению с ним происходит очищение.